много букв. Не хочется буквы читать. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. А мы продолжаем проходить с вами Brass Edge. Мы остановились на том, что с нами связалась какая-то незнакомка. Но мы ее игнорим. Детка. Мы ее игнорим. И нам нужно создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками. И мы еще в прошлый раз недообследовали, получается, того чела, которого убили в своей спальне. Ну, в его спальне, в общем, его там убили. И нам нужно это еще дорасследовать. Обязательно. Так, значит, станция дерьмо Меня зовут Детка, я очень красивая. Ты спасти меня? Умолять. Я совсем одна. Сними шлем, может, ты услышишь мой крик? Скорее. Игнор ЧС. У вашей собеседницы очень милый акцент, вызывающий фатальные ошибки в моих грамматических функциях. Ага. Понял. Ну, такой себе собеседник, честно говоря, потому что я с ней по факту не беседую. Очищенный металл, проволока, утолщенная изолента. Значит, мы заходим в ресурсы, смотрим. Очищенный металл. Так. Нахождение не встречается, способ добычи крафт. Окей, из металла, скорее всего, делается очищенный, соответственно, металл. Окей. Дальше, утолщенная изолента. Крафт, руки. Не встречается. Из чего-то делается. Проволока. Ага, просто лутается. Понял. Значит, нам нужно, получается, в комбайне, я так понимаю, сделать... ну, очищенный металл, как бы я... 4 металла нужно, то есть, окей, очищенный-то металл я сделаю. И проволоку я добуду. Но где мне найти изоленту? Конечно, вопрос хороший. Ну ладно, погнали. Мы можем это... А, у меня лома-то нет, подожди. Палка-чесалка. Сделать личный инструмент для хватания чего-либо, но... А, лом есть. Систем... Найс. Прочность 50. Лом взял. Ножницы просто какие-то юзлисовые. Палка-чесалка тоже юзлис. Ну и в принципе все, больше у меня ничего такого. Желтоватая вода просто выкинуть. Так, ну смотри. Ну-ка, как это работает? Так. Всего два металла? А, нет. Ну как будто всего два металла. Я видеть на радаре опасное место. Там много живительный кислород. Ты туда не летать. Если там вдруг курить, твоя можно взорваться. Лучше задохнуться, чем сгорать. Понял. Даже что-то помогает мне, ты смотри. Подожди, ну-ка разбить. Так, опа, ничего себе. Проволока. Батарея, найс. Это что, ледяной шар? Да не нужен. Пока не нужен. Так, это у нас что? Астероид. О, блядь, нет, я все себе поломаю, пока буду ломать все это мероприятие. Я не успею. Мне нужно, короче, у базы все ломать. Пока что баллоны у меня небольшие кислорода. Поэтому я думаю, что мы сильно беготню и злоупотреблять не будем. Так. И че, все? Не, слушай, как-то прям супер мало. Тихо. Да возьми ты ее КЛМН. Опа. Не, ну беру. Что берется, то беру. У меня скоро лом сломается. Это, конечно, будет плохо. Так. Погнали дальше. Мне аппаратуру какую-то надо, короче, ломать. С нее прям... Очень классно все дропается. А, она мне сказала туда, типа, лететь. Окей. А давай, может, кстати, ломом мы сможем... Так, стоп. Разбить. Ага. Пластик, батарейка. Найс. Так, maybe что-то тут мы можем поломать. Как вариант. Тихо. Нет. Не ломается. Давай возьмем эту записку. Так, блядь. Возьми ты ее. Это издевательство просто какое-то. Взять. Женщина явно профессионально владеющая пишущими принадлежностями. Ага. Хорошо, что я ее взял. Короче, мне все-таки сюжетные всякие штуки лучше брать.
тем более я пошарился в инвентаре, у меня некоторые вещи просто лежат не в моем именно инвентаре, скажем так, а в отдельном стэше для подобных вещей. Ну, условно, вот, то есть... А, рецепты, подожди. А может, изоленту я как-то смогу? Нет? Ага. Ты еще живая? Я не сумею назвать моя координата, но тут рядом обломки, а слева тоже обломки. Ты должна помогать, умоляю, скорее лететь за мной в радиация. Подожди, подруга. Блоки. То есть реально это конструировать, короче, все эти штуки. Ладно, я пока, короче, ее игнорю. Так вот. Где-то... Так, это рецепты. А где-то, короче, здесь вот эти были штуки. А, это энциклопедия. Ну, я вот только недавно находил... Подожди, я, может, упоролся? Я где-то это все... Блять, ну не в энциклопедии же я это видел. А, вот, коллекция. Вот, предметы всякие. Тут постеры, кухни, записки. Это вот, это все в коллекции, короче. У меня остается. То есть я это беру, потом выкидываю, но в коллекции все это мероприятие остается. Это хорошо. Так, что-то говорит, там пары, можно взорваться. Ну, полетели, получается. Так-то далековато, честно говоря. У меня, поди, закончится кислород. Я не успею долететь. Адекватно. Или чё? Технический отсек обеспечения. Опа. Почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, попасть внутрь было бы большой удачей. Ну блин, хреново ломается. Так, все, хорош, ладно, поломал. У меня уже скоро лом закончится, я сдохну. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего, кислорода. Ну это кайфово. Но мне лома не хватит, я адекватно это понимаю, поэтому... Уходим обратно. Что тут сломать еще можно? А, это скрафтить, блин. Сломать. Немножко это. А, пойдемте лом еще сделаем. Еще один лом. Так. Снаряжение, инструменты. Лом. Блин, три металла. Ну ладно, давай. Сделаем. Как бы много лома не бывает. Так, ресы. Давай очищенный металл сделаем. Зачем мне желтоватую воду делать? Окей. Простите мой акцент. Человечество летать по всей галактике, но так и не суметь сделать хороший переводчик. Ты меня спасать? Хм. Пон. Пон-пу-пон. Так, ну... Это, конечно, все круто и классно, но изоленту мне бы найти... Очень сильно не помешало бы, честно говоря. Ткань. Опа. Так, труп. Труп. Коробка. Спирт. Взял. Сканировать кресло. А, блять, ну сканера-то нет. Так, может в этих ящиках, кстати, есть изолента? Ребята, что-то мне подсказывает, что... Да! Да, изолента! Тут еще ящик. Тихо. Блять, нет, палку убери. Так. Найс. О, презерватив. Презерватив, короче, еще это газовая шляпа. Ладно. Вот, уже пошел процесс. Я говорю, первое, как бы так, мы попритыкались. Привыкли понемножечку, а сейчас уже мы, соответственно, все сделаем. А, вот, и из резины делается теперь изолента. Ну, кайф. Просто ультра кайф. Так, объекты. Утолщенная изолента. Так я же ее нашел, или я что нашел? А, я нашел резину просто. Просто резину. И теперь я могу делать изоленту. Все, я понял. Допустим. И... Так, дерьмо... Действительно какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Ага. А что это за шляпа-то? Уникальная система прокачки изучена. Получено максимальный уровень.
Что, блядь? Электростимуляция завершена. Проследив активность мозга во время вашей работы, была проведена его стимуляция небольшими разрядами с целью улучшения инженерных способностей. Судя по полученному результату, это ничего не дало и вызвало ряд галлюцинаций, но было занимательно. Преодолеть радиацию по-прежнему невозможно, но я помечу координаты спасателей для бесполезной мотивации. Ну, подтвердить. Почему не могу это установить? А, надо задержать, господи. Блять, это просто, сука, член. Просто скрафтить член, серьезно? А в смысле ударить себя? Уй, блять, нахуя? Хуем по лбу ударил. Блять, просто член. На моем мониторе показывают сигналы спасательные челноки прямо в этой точке. Но никто не отвечает. Наверное, там очень опасность. Значит, стоит слетать. Блин, мне вот... блин, звук... Какой-то тихенький, реально тихенький звук. Может, как-то отдохнуть можно? Почему так мало здоровья у меня? Ну, в плане... Я пасу. Да, иди, зачем ссать? Подожди, может, поспать мне? Как-то можно поспать? Зачем я это беру? А, вот, давай... О! Резина. Нормально. Ткань. Взял. Тут мы бы что-нибудь интересно... Ну давай говно все скидаем тогда сюда. Пиво, книга, записка, сгусток крови. Ну для чего-то ведь нужен. Ну пока сюда сложу. Презерватив. Зачем? Ну пока не надо, пока зетка не встретились. Так сказать, пока не надо. А, это так работает. Блин, супер медленно. А почему побыстрее, типа, не сделать все это? Супер какой-то медленный отхил, честно говоря. Ну ладно. Голод, жажда, ешь, пей. Ну нормально, у нас и хавки, и вода, все это есть, в принципе. И вообще не проблема. Блин, могли на самом деле побыстрее это сделать или ускорить ради приличия. Ну реально. Так, доберитесь до точки эвакуации. Ого. Ого. Далековато, честно говоря. Так, лом беру. Лом беру и погнали ломать, короче, вот здесь вот эту шляпу. Мы так ее не доломали. И презерватив надо залутать, я так понимаю. Тут кислород, поэтому... Блин, ну я дверь сломаю, и чё, и пизда. Это какой-то топовый лом еще взять. Потому что... Какая-то жижа. Окей. Так, ну ломаем дальше. Ну, сейчас нам хватит прочности, по-любому. Анимация, кстати, медленная, но я быстрее ломаю, чем я, типа, анимации бью. Я надеюсь, вы поняли, о чем я вообще... говорю. Ошибки быть не может. Опа. Это рабочая автономная кислородная станция. Ее можно использовать для дальних перелетов. Так, как-то можно перевернуться мне? А то, честно говоря... Необходимо аккуратно извлечь станцию от винтив 2 болта. Но это уже не важно. Станции сломана. Больше нет, зато теперь есть примерное понимание, как собрать такую же набор ее деталей и легкий привкус отчаяния. Ага. Газ, который нельзя бахнуть. Окей, теперь мы можем, короче, замутить кислородную станцию. И почему только вот эту штуку взять нельзя? Вопрос... Ой, блядь, подожди. Обезвредить. Так, курочка. Так, найс. Опустевшие залежи. Резина. Секатор нужен. Окей. Так, и все. В принципе, здесь все. Ладно. Чё там? Дверь. У меня большая бюст и стройные ноги. Хотела, чтобы ты знать и мотивировать меня спасти. Педалага, блядь. Нет данных о пригодности презерватива в качестве кислородного резервуара, но можно попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных мыслей. Надутый презерватив? Кого, блядь? Это что? А, кислородная свеча.
Все, то есть мы это обследовали, теперь мы можем сделать условно... Так. Ну-ка, обратно. Условно мы, короче, можем сделать теперь кислородный баллон адекватный. И нам нужно еще какой-то буст сделать по-любому, чтобы ускоряться. Я вот почему-то, блядь, уверен, что это можно сделать, как бы, и нормально перемещаться, скажем так, в космосе. Капец, у меня, конечно, бардак. Кислородная свеча, капельку того, щепотку того, немного вольта, и вот оно, чудо гидролиза. Такой свечой, конечно, не надышишься, но пару сиплых вдохов она обеспечит. А, кислород плюс 40. Опа, музяка заиграла. Нормально. Так, а что мы можем сделать? А, давайте, во-первых, похаваем. И, блядь, это мы не попьем. Так, давай скрафтим, короче, воду. Так. Зачем мне желтая вода? Ну ладно, мы как настоящие хиканы, короче, будем складировать. А что-то я выкинул ее, что ли? Будем складировать ее. Потом кто-нибудь найдет. Да, блядь, опять выкинул. И такой, блядь, какой же долбоёб. Все, найс, теперь мы полностью заряженные. Делаем лом. Еще. А, мы можем это сделать. Кислородный генератор. Очищенный металл. По большому счету, вывернутая наизнанку батарейка с довольно сложным узором из изоленты. Все это в красивом корпусе и с красивым названием. Можно гордиться и пихать это в кислородные станции. Ага. Только кислородную станцию я, в принципе, сделать это не могу. Или могу? Ресурсы. Не знаю только, зачем мне тряпка. Кислородная станция. Самодельный агрегат с батарейками, вырабатывающим кислород на основе гидролиза. Греется так, что после запуска лучше не притрагиваться и не разбирать. Станция воняла бы водородом и еще чем-то смутно знакомым, если бы не вакуум и ваш скафандр. Утолщенная изолента, алюминий. Блять, а где мне алюминий-то найти? Хер его пойми. Так, ну че мы, отправимся туда? Ну мы не долетим, поди. Хотя, в принципе, кислородом... Запасемся. Опасность обледенения. А чё это? Прям супер холодно. Походу. Что-то еще здесь есть? Ни хрена. Там еще и холодно, ты посмотри. Ладно. Тогда здесь что? Опа. Опача. При внешнем повреждении баков с отходами может шаурма. Гидролизация в районе насоса туалета. В такие моменты сидеть на нем крайне не рекомендуется. Угу. Понял. Понял, принял. Я уяснил this information. Автоматическая система температурного контроля челноков. Из-за обледенения датчиков работает на максимальной мощности и способна растопить хладогель вместе со шлемом. Ну-ка, сколько? О, хотя бы 4 воды. Уже что-то. Так. Ты не жената? Я вот нет, но очень хотеть. Если выжить, мы могли бы пойти свидание. Ты меня спасать? Металла надо прям пипец как. Да стой ты, блядь. Ладно, давайте полетаем немножко. Я просто реально хочу... осмотреться? Мы не успеем уже долететь. Давайте бахнем кислорода и полетели дальше. Поднимаемся. Что здесь еще может быть? Толканы. А, стопы. Ну-ка сюда давай. Здесь мы еще не были. Не, мы здесь были, конечно, но вот, допустим, контейнеры мы эти ясен красен не ломали. И там, кстати, может быть алюминий. То есть, в принципе, все ресы... Блять. А, ну я лом сделал, я красавчик. Ножницы, батарейка. Очищенные, найс, найс. Пластик. Ткань. Так. Нормально, надо, короче, еще кучу такого вот кислорода сделать. На самом деле, супер найсово было бы. Если прям было вот... штук 5 кислорода. Летай, короче, собирай, найс.
И все. Просто с кайфом. А, так, это презерватив. Вот здесь вот мы еще нормально не лутались. Так-то. А здесь что? Че это? Алюминия, блядь, дрель нужна, пиздец. Понял. Так, у меня последний баллон. Погнали. Там вот поди. Оплеточка, да? Нет? А, куда быть? Ладно, пластик взяли. Что здесь у нас есть? Так, надо уже скоро дельтовать. Похоже, что они играли во что-то зубодробительное. Опа. А, бочка меда это. Так, нам надо, короче, прямо здесь исследовать. Здесь очень много всякого стэша. Поэтому погнали. Блин, сделать кислород, короче, и лом. И найс. И будет вообще кайф. Ротачонка. Медок. Приторная желтая субстанция по вкусу напоминает мед и хорошо утоляющий голод. Любимый лакомство тараканов, которые массово гибнут в этой липкой дряни на заводах. Требует разморозки. Пластик. Так, у меня почти все забито. О, давай. Сделаем мед. Блять, оно сбрасывается? Бля, оно реально сбрасывается. А, еще недавно она бегала и грызла проводку. Так, не, ну мед мы делаем, чё нет? Пускай будет. Так, воду тоже можем сделать, значит делаем. Так, кислородный шарик. Презерватив, проволока, пластик, утолщенная. Многоразовый универсальный баллон, укрепленный изолентой. Чудо инженерской... Кислородный шарик. Шаурма... Подожди, ускоритель. Сложное устройство вывода накопленных газов для придания усвоения желтоват... я могу ускоритель сделать. И кислородный шарик могу сделать так-то. Презерватив, изолента, все есть. То есть раз, желтоватая вода, презерватив. Это буст навсегда. Я так понимаю, да? Ну-ка. Так, ресурсы. Рулон. Зачем? Ну, сделаю. Почему нет? Мне же эти тряпки по факту не нужны. Резина. А, блядь, резины-то нет. Ни хрена себе приплыли. Я получил сигнал с Нормандии, а ты тоже его получить? Мне кажется, это какая-то ловушка, не нужно лететь туда. Может быть, это выжившие заманивать и поедать другая выживших? Опа. Так, я стал быстрее. Резина. А, нужно что, две резины, что ли, на изоленту? Блять, в натуре две резины на изоленту надо. Подею. А, вон, смотри-ка, ускоряюсь, реально. Так, ну погнали здесь, короче, лутать резину. Так, ага, и буст копится. Не, ну по-любому здесь, короче, мы резину налутаем. Стопудово. Так. Ну пластик нужен, по-любому. Так, соленый набор, хз, зачем? Ну ладно, берем. Тихо. Очень много лута. Блять, как полон-то нахуй. Ладно. Вот тебе и раз. Сканировать нельзя. Джойстик. Типа взял. Зачем только, блять, взял? Хуй пойми. Блять, сейчас задохнусь. О, не, с бустом прям супер удобнее стало. Мне, короче, нужно избавиться от лишнего мусора. Реально. Потому что так у меня как-то резко забился полностью. Так, давай, короче, все дерьмо. Вот эти джойстики сюда. Молоток тоже. Зачем он нужен? Палка-чесалку пока уберу. С густокровью тоже все это дерьмо уберу. Рулон тоже нахрен пока не нужен. А, я сделал лом.
А, это вот он и есть. Все, молчу. Батареи куча. Бля, давай еду. Бля, я что, все скидываю-то на землю? Япона матерь, а? Блядь, не пропустить бы все, а? Все нахрен повыкидывал. Ну, вроде все собрал. Левой кнопкой мыши. Все. Палку сюда, ножницы тоже сюда. Давай пластик пока скидаю тоже. Он не нужен, если я что сделаю. Презерватив, лампочку скидаю. Батарейки тоже. Зачем они нужны? Спирт. Жажда температуры. Это обледенение лечит. Ну, честно говоря, ребята, если что, спирт и алкоголь вообще тебя не согревает, если что, держу в курсе. Он дает тебе мнимое ощущение тепла, потому что у тебя сосуды расширяются, но по факту ты так же замерзнешь, блядь, как и все остальные. Поэтому не надо верить в эту чепуху. Вот, и чё, и все. Так, ладно, поехали дальше. Быренько, опа, все, нормально, инвентарь освободили, сейчас залутаемся. Будь здоров. Так, чё тут? Ткань берем. Колоночка. Блять, ну мне бы резину. Так, это картридж. А, проводка, давай, пиво, чувак. Телевизор пока не смогу сделать. Блин, так бы еще разглядывать все эти предметы, чтобы они нормально подсвечивались. Блять, батареек просто пипец как много набрал. А чё мне эти батареи? Не, ну, скорее всего, пригодятся по-любому, но... Вот... Резину бы... Дали бы резину. Проволоки вон вообще... Море... Набрал. Так, баллон юзаем. Погнали дальше. Вон сколько дерьма еще. Угроза почему махлайнера без названия перевозилось множество разнообразного товара. Всемирное похоронное агентство Брэссидж арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Блять, пластик. У меня пластика просто до жопы. А мне он нужен вообще, нет? Че, а нахрена это надо? Что-то я мог... А, манекен. Похабные рисунки водостойким маркером. Кому-то было нечем заняться. Ага. Ящики. Так, все. Ускоряемся. Сейчас мы соберем. Мы весь лут соберем. Стопудово. Там он, по-моему, тоже ящик, к которому нужно долететь. Когда я пытаться связь с этим точка, сигнал не пройти. Очень странное место, скорее всего, смертельное. Ты должна выяснить, что там. Окей. А, резина 1. Это плохо. Это лайка плохо. Я опять все выкидываю, блять. Левая кнопка мыши. Так. Воду тоже скидаю. Мне столько жрачки не надо. Так, лом 1. Надо еще лом сделать. Обязательно. Обязательно. Много лома не бывает. Так, а maybe сделать еще ячейку? Типа вот, кислородная свеча, батарейку. Вот давай сделаем. Чего бы нет. Бля, давай... Две свечи сделаем, чтобы нормально походить. Так... Батареек реально у нас как говна, поэтому окей. Пока сделаем. Все, два лома, две батарейки, все, мы заряжены и готовы. Во-первых, погнали туда, к этому контейнеру. Да, вот к этому контейнеру. Там потом подсосемся еще. Ну, я имею в виду, там же кислород еще есть. В другой стороне. Вот мы. Там еще. Наконец-то, блядь, резина. Наконец-то нашел резину. Блин, прикольно, короче, что тут можно реально построить базу. Я, наверное, потом штуку всякую пройдем. Возможно, потом эта игра на стримы уйдет.
Посмотрим, как пойдет. Возможно, реально на стримы эта игра уйдет. Вот. Если прям там что-то соберемся строить какую-то базу и так далее, то... То, конечно, да. Так, дерьмо, кислородная станция. А, и алюминий. А что мне еще надо было скрафтить? Подожди. А, пластик, презерватив. Все. Так, пластика 2 возьму, окей, презерватив. Ну, на всякий случай 2, потому что я не посмотрю, сколько там надо пластика. О, 2 штуки надо. Найс. Все. Шлем. Чисто от радиации. А, просто от радиации. Ну, это херня. Все. Ну, смотри-ка, соточка кислорода. Вообще отлично. Это, видимо, тоже ускорялка какая-то. Или еще какая-то залупа. Не знаю. Пам-пам-пам-пам-пам. Все. Соточка. Ускорялочка есть. Найс. Так, там вроде контейнеров никаких нет. Пойдем дальше сюда, короче. Исследовать здешний ситуацион. Что здесь у нас происходит? Так. Металл берем. Опа, 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 тихо, контейнер. О, там еще один, кстати, контейнер, я заметил. Блять, сразу кучу резины, конечно. Так, стопэ. Опа, найс. Нихера тут контейнеров. Ну все, мы здесь, короче, остаемся. У нас дохерища кислорода будет. Блять, и до жопы резины до жопы напихали. Но раз здесь лут рандомный, мне кажется, что разрабы в этом плане поугарали. Если какая-то штука нужна, то ты будешь ее долго добывать. Потом она не занадобится, и охуеть, инвентарь полон. Блять, приплыли. Ну и че? А мы, наверное, уже, мне кажется, можем, типа... Погнали назад. Погнали назад. Скрафтим себе кучу воды, кучу еды. Блин, а интересный инвентарь какой-то. О, он еще, кстати, этот ящик. Расширение инвентаря, интересно, присутствует вообще в игре? Чика? Так, еда. Давай. Ну столько же он места занимает, по факту. Недостаточно ресурсов. А, льда нет. Понял. Давай изоленту. Че бы нет. Изолента всегда нужна. Даже если что-то еще из резины можно скрафтить, все равно изолента — это пушка-гонка, которая понадобится всегда, везде и всюду. По-любому. А, металл, кстати, один слот занимает. Окей. Потому что просто вот рулон, допустим, кучу места занимает. А металл один слот. Дрель. Ты пробовать преодолеть радиация без скафандр? Обязательно попробовать, вдруг это нас спасти. Ага, конечно. Дрель, это кайф. Мы сейчас можем добывать. Щуп, модификация чесалки отлично подойдет для вытаскивания предметов из узких отверстий и подбора вещей, которые трогать не хочется. О, секатор. Из старых ножниц и мощной гидравлической пружины, спрятанной в рукоятке. Крайне бессмысленный инструмент, созданный, чтобы не делать сложную анимацию пальцев с нормальными ножницами. Чего, блять? А нахера это надо? Металл 3. У меня, блядь, есть металл 3. Ну так это же очищенный металл. Если я выкину. Все равно есть. А, блядь, есть металл, точно. Я слепой просто. Ну давай сделаем секатор. Чё, нет? У меня, блядь, 3 штуки ножниц. А, ну, блядь, а скрафтить я смогу только одни. Ладно, давай секатор сделаем. Но алюминия так и нет. Я хз, но... А, бля, дрель могу сделать еще одну. Бля, сделаю еще одну дрель, че нет? Пускай будет. Че еще? Кислородный генератор, пластик, батарейка. Есть пластик, батарейка. Спирт.
Щелочь. Щелочи нет. Пластик, батарейка. Ну давай накрафтимся. Значит, пластик, батарейка. Все, снаряжение. Кислородный генератор. Давай. А, по большому счету... А, ну это мы читали уже 300 раз. Что еще можно сделать? Композитные, батарейка, щелочь. Ну щелочи нет. Кислородная станция. Ну, блядь, алюминий нужен, пиздец. Так, охереть. Все, скидываем. Ткань. Офаем. Медок тоже, ножницы тоже, металл. Вот это все говно. Еды столько мне, блядь, реально не надо. Все, это надо. А, все полное, заебись, приплыли. Что делать? Что делать? Что-то скрафтить, maybe? Блять, джойстики просто выкину. Пиво тоже выкину. Короче, все, это дерьмо не надо, это я уже понял. Мы это как бы исследовали. Пусть валяется здесь. Насрать вообще. Рулон скидываем. Генератор есть кислорода? Пихать его в кислородные станции. Секатор. Зачем-то, блядь. Ну зачем-то нужен. Лом. Еще нужно лом сделать. Короче, сюда дрель. Сюда секатор. И нужно еще сделать один лом. По-любому. Три металла. У меня по-любому он есть. А, хуя себе, нет. Прикол. Все, только необходимые штуки. Ну-ка, что тут у меня? Ага, особые награды. Свинцовая краска. Которую я, блядь, не могу сделать. Блядь, металл нужен. Must have нужен металл. Там до сих пор, короче, нужно что-то исследовать, блять, у этого чувака, который сдох. Так. Воду надо. Воду обязательно надо, потому что... И жрачки дохерища, а воды нет. Так, ускоряемся. Погнали. Все. Так, делаем еще один лом. И отправляемся исследовать. Все, найс. Теперь мы полностью заряжены. Не знаю я, что, короче, с этой залупой делать. Ну ладно, давай подрелим. Попробуем. Что тут у нас? Ну, смотри, мы прям, блядь, мастера на все руки. О, ебать, алюминий. Какая маленькая прочность у этой дрели. Реально. Найс. Алюминий хорош. Чё, блядь, с этим говноедом сделать? Блядь, ну я не понимаю. Чё-то, может быть, я... Нет сигнала. Куча заданий. Может, я что-то здесь пропустил? Что-то не исследовал здесь. Опять ножницы. Презерватив опять. Вот, так тут куча презервативов. Это супер. Не знаю только, зачем они мне еще сейчас, но... Тем не менее. А, новичок. Новичок. Препарат «Новичок» разработан при поддержке Пенсионной ассоциации. В состав этого уникального препарата вошли такие редкие ингредиенты, как мел, возможно, повышающий потенции, уголь, вероятно, тоже что-то повышающий, вода, сахар и аскорбиновая кислота. О, так это... Новичок. Плацебо. Таблетки, покрытые оболочкой. Теперь со вкусом банана. Блять. Сука. Открывать здесь. Понял. Открыли, заебись. Одну захавал.
Рекомендовано для лиц, достигших половой зрелости, испытывающих необоснованную боязнь перед близостью даже с самим собой. Неизвестная вещество с подозрительным названием. Все, исследовали, короче. Улики собраны, расследование успешно завершено. Очевидно, что жертва была отравлена боевым химикатом новичок за измену родине, что подтверждается шифровкой из записки, которую агент потеряла на месте преступления. Здесь понял. Прослеживается рука спецслужб. Да, нихуя рафлянка. Календарь. Ага, здесь ничего нет. Ну, хороший календарь. Так, ну чё, я думаю, что мы, в принципе... Сколько я уже записываю? Так я уже 41 минуту записываю. Ладно, ребят, я думаю, что мы на этом закончим. Мы, на самом деле, много чего за серию сделали. А в следующей серии отправимся, короче, по вот этим вот точкам. Я думаю, что мы уже можем оттуда долететь. Взять с собой спирт. У нас алюминий есть, мы кислородную станцию сможем скрафтить. И чё, и всё, и максимально с кайфом. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. А мы с вами встретимся в следующем прохождении Brass Edge, в других играх и на моих стримах. Всем ба-ба.